Физические ограничители, урок второй, FizzConvert и FizzKeep Upright. Любите оптимизацию? Тогда FizzConvert то, что нужно. Если вы не знаете, то скажу, что чем больше на карте FunkFizzBox, тем больше оперативных ресурсов игры уходит на такие вещи, как отслеживание физического состояния объекта. Поэтому и был создан FizzConvert, который превращает браши в физбоксы лишь тогда, когда они нужны нам. Например, мы имеем два FunkBrush, которые являются статистическими объектами и не обрабатываются физической частью движка. Дальше мы открываем свойство FizzConvert и в графу EntityToConvert вписываем имя брашей. Не закрываем окошко и переходим к флагам. Convert и Sleep. После превращения браша в FizzBox не включать физику, пока что-либо не заденет FizzBox. Convert as Daybreak. После конвертации физбоксы не будут иметь коллизии и будут пролетать сквозь друг друга. То есть, упав на землю, они перестанут отслеживаться физической частью движка, что повысит оптимизацию в свою очередь. С брашами все, но FizzConvert умеет еще кое-что, а именно заменять одну модель другой. Причем, если обе модели изначально лишь декоративны и не имеют коллизий, а после форматирования измененная модель будет Prop Physics, и мы сможем влиять на нее физически. В свойствах все так же. В первой строке указываем имя модели, которая будет отформатирована. В Model Swap – имя объекта, из которого будет копироваться внешний вид, так сказать. Форматирование происходит через input-команду Convert Target. Из output команд есть onConvert, выполняет любые действия после преобразования браша или модели. С этим все. Следующая маленькая, но полезная entity – FizzKeep Upright. Данная entity способна поворачивать физические объекты в определенную сторону, даже если эти объекты будут бросать. Как это происходит? Вписываем имя физбокса или физмодели. Тут указывается, на сколько градусов в секунду будет поворачиваться цель. То есть чем меньше значение, тем дольше времени бочка будет принимать заданное положение. Из флагов есть только Start Inactive, аналог переменной Start Disable. Пожалуй, на этом сегодня можно закончить. Buen suerte!